Всем привет, друзья! Такая вот мутная вода у нас пошла уже, наверное, сегодня третий день. Была еще хуже, сейчас какая-то она вот вся серая, непонятно от чего. В общем, нашли объявление, позвонили ребятам, вызвали для очистки колодцев. И сегодняшнее наше утро начинается с того, что поедем, встретим их и приступим к этому процессу. Поехали! Так, парни уже приехали. Сейчас я подготовлю колодец. Надо вынуть насос отсюда. Заодно его надо чуть-чуть подшаманить. Колодец разобрали, уже подготовили к чистке. Ну тут сейчас не видно ничего будет. Колодец надо заново будет собрать. Каркас все вот у меня здесь все отгнило. Но это уже дело второе. Главное его сейчас очистить. Звезд не видать? А? Звезд не видать? Видать. Лёх, шланг резиновый? Нет. Пластик? Да. Блин. По-хорошему здесь ну, просто да, стрелочку холоп поставить. А! Слышь, что, забери мне пока батеек, подбери её наверх. Давай. Давай, давай, вообще. Вообще убрать или так вот? Пусть висит. Пока убери. Thank you.
все. В общем, делаем раствор для замазки швов. Белым без жидкого стекла, потому что потом образуется пленка на дне колодца. И эту пленку очень будет тяжело смыть. Ага. Поэтому делаем мы все без жидкого стекла. Ясно. А что там, швов много? Вот, основные швы 4, остальные все заделанные. Ага. И шва нужно замазать. Ну а так-то относительно мусора, ну, в смысле ила, много вообще, нет, было? Ила немного, колодец чистили, своевременно, может быть, старые хозяева очищали, ведер доставали, но душки почему-то оставляли. Вытащили 11 душек вот таких от ведер и ложку. Цена 23 копейки. Кто знает, в каком году выпускались такие ложки, в такую стоимость, напишите в комментарии. Да, ставьте лайк, нажмите на колокольчик. Это обязательно. 23 копейки. Все правильно я сказал? А, отлично, прям как надо, да. Раньше все думали, что раствор замешивает там 3 к 1, 2 к 1, то есть будет прочнее. На самом деле нужно песка добавлять 3 или даже лучше 4 к 1. Почему? Потому что раствор, когда больше цемент добавляешь, то он наоборот лопается. Нужно наоборот меньше добавлять его. Это на будущее, может, для зрителей. Даже любой фундамент заливайте, добавляйте меньше цемента. Даже делать 4 к 1. Так, что, Леха вниз опять поедет? Сейчас мы промажем, что-то осыпется. Мы еще раз. Лех, ты снимай меня, не буду тебе рассказывать. Так, сейчас мы промажем. Где-то что-то раствор. Где-то раствор немножко упадет в воду. Потом мы опустим в насос центробежный. Специально для грязевой воды, то есть все выкинем наружу. Лех, до встречи, Лех. Пускай там остается, заделай это. Туда впихаю его. Он сейчас туда уплотнится. Смой, да, засыпай. Дайте какой-нибудь венчик. Есть? Сейчас, секунду, Лех, подожди. Веник, естественно, наш свой. Все у нас свое. Лех, а там ты до низа будешь опускаться? А что ты хочешь, обратный клапан? Да посмотреть просто его вообще, он в норме, не в норме. А что у вас? Обратный клапан. Или станция срабатывает? Нормальный? Да. Нормальный. Смотрел. Это значит, вот из-за того, что она забивала. Подождите, ребята, секунду. Если у вас обратный клапан, станция сама по себе включается. Сама по себе, да? Да. Рацию включил? Не, она у нас очень долгое время не выключалась. Она включалась и прям долго работала. Но мне кажется, это из-за мембраны. Очень часто включалась в момент. А станция давно уже? Ребята, нет. Щебеночки, Саня, тебе щебеночки есть какая-нибудь? Да. Блин, вот щебеночки нет. Насунь только побольше цемент, ничего, у нас еще раз замок. Слишком много. Пускай в ход. А есть еще цемент, если что, намешаем. У нас есть, у меня слово. Пускай вбивается. Приподними. Так, ну я уже как говорил, парни, с колодцем работу закончили. Теперь денек-другой отстоится вода и посмотрим. Надеемся, теперь у нас будет она светлая. А тем, кто живет в Тамбове, Тамбовской области, контакты ребят я оставлю в подписи под этим видео. Парней я проводил, заехали на наш местный пруд, на речушку нашу, окупнулись немного. Погода стоит жаркая, смс от МЧС приходила у нас, что вот в эти дни будет аномальная жара на 7 градусов выше климатической нормы стоять. Поэтому, по сути, в обеденное время на улице находиться вообще невозможно. В тени было пару часов назад 32, на солнце у нас градусник нет, но даже страшно представить, что там есть. Я, наверное, буду заканчивать это видео, потому что заниматься дальше буду своей обыденной работой. Пойду рамки сверлить, собирать. Как ни странно,
все рамки, которых мне казалось у меня много, уже закончились, и ульи только увеличиваются на пасеке. Вот такой вот день сегодня. В принципе, время еще до обеда, парни уже почистили нам колодец. Здесь где-то сутки двое попросили, ну, сказали, что желательно его не трогать, чтобы вода оселась. Ну, соответственно, через пару дней проверим, что будет здесь с водой. Ну, а на сегодня все. Не забывайте ставить ваши лайки, дизлайки, пишите комментарии. Ну, все. Пока-пока. В завершение этого видео решил сравнить воду, которая была до, которую наливал я в начале видео, и с водой, которая стала после. Вот эта вода, которая сейчас идет из колодца. А вот банка с водой, которую мы набирали в начале видео, в начале ролика. Я думаю, что разница довольно заметна. Это еще здесь подоселось немножко. Если ее сейчас взбудоражить, она еще более мутнее будет. Но результат налицо. Все, парням еще раз огромное спасибо. Всем пока-пока.